Так, раз, два, три, четыре, пять. Эм. Так, вроде запустилось. Всем привет. Если есть живые в чате, то пожалуйста. Напишите, есть ли картинка и звук. Так, сейчас микрофон. Надеюсь, все работает. Так, ну что? Э, у меня большие новости. Мой пак с авиангаром взяли на продажу в Unreal Marketplace. Правда, со второй попытки. Но взяли. И это круто. Так что мы сегодня празднуем. Ваше здоровье, господа. Так, ну у меня кофеек. Я хотел в бокал из-под шампанского кофе налить. Потом подумал. Ну, не я подумал, моя жена сказала, что за бред. Антон, успокойся. Я подумал, что да, действительно, просто кофе налью, и все. Будет хорошо. Так, Евгений Андросов, привет, видно. Супер. Так, Андрюго, привет. Звук есть, видео есть. Так, Ю, что делаем сегодня? Слушайте, сегодня все новые лица. Старая гвардия, видимо, это. Сегодня ест шашлыки или отходит от шашлыков. Так, енот, привет. Uh, you. Так, алкинг Sitting on the Edge, привет. Alken Game. Так, сегодня, я думаю, немножко почилим. Мы пособираем рефы для следующего проекта. Ну, вернее, он... Наверное, попозже будет этот проект. Вот. Э -э я хотел сделать, типа, небольшого пака каких-то сотовых вышек, и мы сегодня будем смотреть вообще, что по этой теме есть, что можно сделать. Соберем, наверное, рефы и, может быть, что-нибудь подрафтим. Вот, я сразу хочу сказать, что, наверное, сегодня не будет разборов э -э работ. Я думаю, разбор работ мы сделаем как какой-нибудь отдельный стрим, наверное, следующий. И посмотрим, что из этого получится. Потому что очень дергано все получается из-за того, что, по сути, на какие-то дела там полтора часа, а потом разбор работ галопом по Европам, так, типа, этот человек сделал это, этот это. Так все получается. Блин, так лайтмапы странно запеклись. Как это приняли вообще? Хотя В целом, наверное, оно так и должно. О, короче, со второго раза приняли. Прислали... Я думал, больше будет пак э, исправлений. Там обычно у них приходит такой типа PDF-очка. Я, наверное, могу даже сейчас ее показать. А, так, я, наверное, удалил. Так, удаленные. Я думаю, будет интересно посмотреть. Так сказать, за кулису. То есть они присылают письмо, говорят, что нужно исправление. Так, скачать. Так, я надеюсь, там никакой компрометирующей информации нету. Эй. Вот. Вот, и у них, собственно, вот есть 85 пунктов по поводу того, что нужно сделать. Вот. Из них это всякие аудио, скелеты, анимации и прочие штуки, которые ко мне не относятся. Вот, и всякие базовые там пронейминги про офигеннинги, про теги, как картинки должны быть оформлены, какие скриншоты должны быть. То есть, помимо того, что некоторые вещи нельзя просто загрузить, из-за того, что, ну, типа, сайт будет ругаться, что, типа, картинка, допустим, слишком большая или не того размера, у них потом еще дополнительно проверяют живые люди. Вот. И, в общем, у меня проблема была с описанием. Я неправильно посчитал количество текстур, материалов, инстансов, vertex count и размера текстур. То есть это такая техническая история, ее нужно было просто сесть, внимательно почитать, посчитать, и все получится. Но я почему-то, видимо, торопился, не особо получилось. Вот. Вторая штука была со, с ассетом. Я в ангар из прошлой локации, там у меня была морговая комната, из нее я несколько ассетов перенес в эту тоже, чтобы, ну, типа, приюз. Зачем заново делать работу, которую ты уже сделал? Вот. У меня там был мусорный бак, и у него, если открываешь, он, ну, он не имел толщины. И у него из-за этого... Блин, как объяснить-то? Короче, у него не было толщины, из-за этого с одной стороны видно, а с другой стороны не видно. Вот такие вещи запрещены, и нужно было там дополнительный материал создать, который рендерит из той и с той стороны. И... и лайтмап. Типа, лайт... ну, размер лайтмап нужно было поправить. Их типа прям было... некоторые очень с запасом взятые. можно было это... посильней. Так, ну и вот всякие такие моменты. Короче, и очень тут всего много. И как-то оно вроде это. Все сделалось. Короче, я дико рад. Не знаю, посмотрим, как пойдет продажа. Может, оно и не особо будет продаваться, но я рад, что такая большая веха. Так, Иван Измаилов. Привет, это бывший Джон 117, Может, помнишь такого? Да, привет. Так, Эндрю Гойз, ну чё, какая платформа лучше, Unity или я, или это из разряда Apple versus Android? По сути, да. Эм, По-моему, Unity Полноценная поддержка 2D есть, то есть там как бы два движка внутри. 2D-движок и 3D движок. И ты можешь, ну, если типа делаешь 2D какие-то истории, то Unity, наверное, лучше. Вот. А в Unreal есть поддержка 2D-шных каких-то штук, но он все-таки больше заточен именно под такой типа high-quality графику каких-то таких ну, проектов. То есть под 3D-шку. Вот Unity в этом плане он более универсальный. И у него на мобилке, по-моему, дистрибутив меньше получается. То есть в андроидовском магазине, по-моему, есть ограничения по размеру типа клиента, который ты, ну, с, самого приложения. То есть оно, по идее, это приложение потом может докачать там сколько угодно. Uh, но сама вот эта прога, которая будет докачивать там и каким-то базовым функционалом обладать, она, по-моему, не больше 100 мегабайт, вот. И если ты делаешь билд на Unreal Engine, по-моему, там билд получается... Не знаю, инфа очень устаревшая, я какой-то на хабре статью читал на эту тему, по-моему, ей 3, 3 года этой статье, может быть, что-то поменялось. Вот, но там, типа, анриловский проект на мобилку, он сразу, типа, просто пустой, будет занимать, там, 50 мегабайт. Вот, а юнитевский что-то порядка 10. Поэтому, наверное, на мобилке условно юнити получше будет. Вот, как так. Так, Бинролл, привет. Что делаешь? Сильно опоздал на стрим? Нет, только начали. Собственно, рассказал то, что приняли мой пак вот этот ангар на Unreal Engine Marketplace и, собственно, празднуем. Сегодня праздничный стрим. Небольшой. Так, Биджа, здорово. Все, пак приняли, я скоро тебе напишу по поводу этого. Начну разбираться с Unity, буду портировать на Unity эту локацию и пару вопросиков напишу. Так, Unity батарейка живет больше, производительность хуже. Вот про это, кстати, не знаю. Возможно, возможно. Так, Стас Звягинцев, привет. Вот, как-то так. Как, как ваши майские праздники? Э -э как, как ваши шашлыки съедены? Ой, у нас в итоге что-то как-то это все, все праздники не получились, погода была плохая. А в первые дни что-то у нас это мелкий приболел. Так, Акума, привет. Так, ну что, давайте сегодняшний план действий мы делаем, собираем рефы для следующего проектика небольшого. Так. Целл-Тауэрс. Mm. Так, сейчас базово сохраним Какой-то Базовый этот Проект Asset store Cell towers Так Так Не знаю, может, неправильно пишу. Cell Towers. Сотовые вышки. Правильно ведь? Так, okay. если я не прав, то поправите меня. Так, заводим. Что у нас еще? Вот эту штуку обязательно. Save as сохранить. Так, ну и, в принципе, сегодня будет такой Google стрим. Будем гуглить и смотреть, и картинки смотреть, собирать. Так. Так. Зилберман. Привет. Помню, как начале с модераторами воевал, по три раза отправляли исправление. Да, есть у них такая тема, то есть, ну, там банально просто это, много пунктов, и, а еще я слышал, что есть история, что харасят новичков, типа, если ты первый проект заливаешь туда, они сильно придираются, ну, я думаю, это еще и связано с тем, что когда ты новичок, ты многого не знаешь, там, на все грабли наступаешь, но тебе, естественно, кажется, что ты д'Артаньян, а типа модераторы дураки, вот. Ну, я думаю, где-то, правда, посередине. А, ну, есть такое. Тяжело сначала. Потом уже как-то это, понакатанный. Так. Так, так, так. У меня плов доходит. У-у-у. Соляночка. У-у-у. Вот у вас там неплохо. Так, давай небольшим проектиком будет стриптиз клуб. Просмотр гор пойдут. Я боюсь, меня забанят за такое. Так что это? Ну вот могу только вот такого мужика показать голову. Считается он как голый. Он такой, типа, в стиле Кена. У него ничего нет. И он такой, типа. В нашей реальности он такой, типа, заходит на Twitch и донатит Барбем, который там ему нравится что немножко грустно так эм, ну что вот такая вот у нас история есть мы сейчас будем смотреть какие у нас что они вообще из себя представляют твои вышки э -э, будем в яндекс картинках смотреть начнем с этого так не организовать обычно когда моделишь все вроде просто надо как-то придумать как организовать э, стрим по сбору рефов вот естественно мы будем делать э, 5g вышки которые будут заражать ковидом эм, и я думаю нужно еще чипы нарисовать для чипирования чтобы прям полный комплект был будет несколько вышек и несколько чипов я думаю вот Такая у нас архитектура проекта будет. Возможно, мы даже сразу же 6G, чтобы там еще, еще какие-нибудь болезни были. Типа. Либо это уже для апдейта мы прибережем. Нужно как бы масштабно планировать всю эту историю. На шаг вперед, на три шага вперед. Так. А, тоже за дедовщину, помню, но все по делу было. Сейчас в полет все принимают. Хуже на юнити было в начале там, 8 дней модерации, около 3 после исправления. Да, кстати. А, я вот сейчас удивился. Я думал, что я... я когда... 30 мая... Ой, апреля я не успел. Я 1 мая думал скину. Ну, с утра доделал закинул и думал, ну, к середине майских или к конце ответ пришлю, там мне прислали на следующее утро, и я такой, типа, блин, надо исправлять. Исправил, закинул. А, в Анриле очень быстрая проверка оказалась, и я прям, честно говоря, это прифигел. Вот, а в Unity последние проекты я закидывал, да, тоже побыстрее вроде как стали, но мне кажется, им приходится шевелиться, потому что Unreal так поднял планочку, вот этого всего сервиса Когда ты монополист, как-то полегче А когда тебе на пятки другие ребята наступают Как-то это Сразу хочется шебуршиться Так что юниты тоже молодцы Подтягиваются Так, я и на ютубе не такое увидел Если для обучения, то не банят Кайф Ну, не знаю, не Хотя, блин, кстати, прикольная локация Стрип-клуб какой-нибудь ну, типа бара ночного и стрип-клуб. Надо записать. Отличная идея. Так. Так вот, запишу, и потом буду думать, типа, что это означает. Так, а зажигать потом их будем? Я думаю, да, надо попробовать потом мы нарисуем крестьян вокруг, то есть такое сделаем в стиле э, Чудовища Франкенштейна. Будет такая сотовая вышка, там будет лезть Франкенштейн, и его будут сжигать крестьяне. И у вышки почему-то будут лопасти, как у мельницы, чтобы прям совсем аутентично получилось, типа отсылка. Я думаю, это должно понравиться всем. Так, Саша, привет. Так, кстати, спасибо за обучающие ролики. Года, наверное, на 2016 еще на 2.78 учился практически на твоих роликах. Познал Блендер. Слушай, круто. Рад, что это... рад, что зашло. Блин. Слушай, напиши мне как-нибудь в личку, может, потрендим за это, за стоки. О, а то что-то я в каком-то вакууме. Хочется, не знаю. Пообщаться с кем-то на эту тему. Ну, так, если хочешь, опционально. Так, beautiful Bikini Brazilian Waxing Education поищите в Ютубе. <laughs> так. Я думаю, ребят, если вы сейчас вобьете это в поиске, то, возможно, вы пойдете в списке сексуальных преступников. Так что на ваш страх и риск вы вбиваете этот запрос. Так, самолет должен вылететь с ангара и впечататься в вышку. Тоже, кстати, вариант. Типа преемственность. Так, вот мне нравятся вот такие вышки. У них простые штуковины. То есть это какая-то фирменная конструкция. У нее есть модули именно антенн. Наверное, какие-то громоотводы, провода и вот такие штуки. Так, начнем. По крайней мере, это то, что я у нас вижу. На просторах. А, допустим, вот такие штуки я вообще не видел барабаны. Это какая-то, видимо, американская история или нет? На Украине жгут сотовые вышки. Но это не означает, что это украинская вышка. Вот тоже, кстати, ферма прикольная. Так, ладно, порядок будем потом наводить. Интересный момент с раскраской. А, с площадкой, кстати. Зачем вот эта площадка может быть? Здесь хм. компоновку прикольно посмотреть. Есть как бы... М -м, типа они разные. Кто-нибудь шарит за сотовые вышки? Чем отличается барабан от вот этой вот прямоугольной фигуры? Так, Википедия. Сотовая связь, базовая станция. Наверное, вот это. Сотовая связь. Так, хабр. Сегодня будет educational, короче. Так, скоро. Раз... Так, профессионально, любительская, стационарные, мобильные. Дуплексная радиосвязь. Я не знаю, что такое дуплексная. Так, ну ладно, нам... Прикольно. Типа вышка под дерево. За это. За дрейсины Так, вот, наверное, мобильная спутниковая станция. А, это грузовичок какой-то. Все, я понял. Так, Wi-Fi, тролливали. Фемсот, что такое? Во, наверное, фемтосоты, фемтосел. Так, ну тут не особо много чего-то этого. Сотовые системы. CDMA. Это, по-моему, старый формат. Это GSM. CDMA. Что-то там еще. А теперь уже G. Так ведь? Колени мобильной телефоней. Наверное, вот что нам нужно. Так. Но я не думаю, что здесь какая-то именно полезная эта информация <prix> <others stirring> я прям даже не знаю как спрашивать то всю эту историю так есть вот еще антенны зачем-то ставят барабаны и прямоугольные штуки так вот существует три вида башен каркасные мачтовые ага, вот такой типа, во, вот это прикольная тема. У меня такая стоит на улице около парка, надо будет ее её... когда пойду гулять сфоткать. Так, с оттяжками. Вот это, кстати, тоже интересная тема. То есть, я думаю, надо исходить из того, что Пускай, типа будет прям пак на все случаи жизни, типа разный дизайн. Но они будут собираться из одинаковых блоков. Ну с оттяжками мне не очень нравится, честно говоря. Да и вот эти мачтовые тоже. Но мачтовый, конечно, будет проще текстурить. Так, тащим. Сейчас по максимуму на, натащим, и потом еще на ArtStation посмотрим, что там могу, могут предложить. Так, Оу. Не знаю зачем, но фотка прикольная. Так, сейчас я еще несколько минут пособираю картинки, посмотрю, что вы в чате пишете. А, блин, как так получается, что у нас, ну, люди... Вообще. Вообще незаметно. А, ну, настолько... Мы вроде как в 21 веке живем, кажется. Или в 20, 21? Да. А люди, ну, вообще, типа, реально считают, что сотовые вышки... Прикольно. Ну, что-то такое делают. Или там, ну, вакцины, это что-то вредное. С другой стороны, откуда у меня убеждение, что они не вредные? Не знаю, но мы мелкому прививки сделали. Он вроде в порядке. А вот эти штуки, по-моему, не сделали. Это типа концепты. Так, сотовые. Локатор. Что это такое? Картинки. А, это типа приложение какое-то. Нет, нам это не надо. Сотовые вышки антенны. Так, ну такие антенны нам не нужны, это какие-то тюльзаны. Так, посмотрим, что там. Э -э, так, ок. Бывал такой, знаешь, что сделать хочешь, но не знаешь, как это правильно называется, чтобы реф найти. <г myself> ну да. Это прям тема. Бывает прикольно, когда ты, типа, ну, нашел какие-то рифы, наковырял, они не фонтан, ты такой уже делаешь, 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 потом тебе в голову приходит поисковый запрос ты открываешь, а там, типа, рефов в сто раз больше. Ты начинаешь, типа, рефов на это натаскивать и такой, типа, так, ну ладно, на, этой, на этих мы потренировались, давайте начнем с самого начала. Попробуй фантазиать на модульный замок с интерьером. Уф, не знаю, не. Я, наверное, сейчас какие-нибудь просто такие маленькие паки делу. А то что-то я запарился ангар делать. Тяжело. Вот, он еще такой достаточно. У меня вышел. Как сказать э, слишком много я уникальных там всяких объектов придумал. Надо какие-то именно конструкторы больше. Хотя, фиг знает. Так, садовский Дмитро, привет, Дмитро. Не знаю, как правильно прости. Так, это те через вышки и прошивку залили, чтобы они не вредные. А вот сидел бы в шапочке с фольги и знал бы, что вышки очень вредные. Блин, на натуре. Слушай, ты прав. Так, может быть, мы потом найдем магазин, где эти продают штуки. По идее, нам нужно типа, поставщики сотового оборудования, правильно? Мы зайдем туда, как будто мы хотим купить... Такие в шубе, вот так вот, гремя золотыми цепями, такие. Мне нужны сотовые штуки. Мне такие, да, да, пожалуйста, проходите. Или подойдут, скажут вам что-то подсказать, я скажу нет, я просто смотрю. Так, мне кажется, какие-то будут повторяться эти штуки. Вообще, ну. Они по форме довольно простые. То есть это прямоугольники, похожи на лампы. Такие потолочные. Но их бы как-нибудь поближе посмотреть вообще. Вот это вообще, я не знаю, что такое. Вот, и каждая вот эта штуковина, она прикольная, что у них композиции очень такие живые. Вот, видите, как лампа как будто. Очень много проводов. Не знаю, как там. Ой, так. Какая-то маленькая картинка. Ну-ка, давайте посмотрим, куда ведет ссылка. <сíck> <сíck> Мне кажется, не туда, куда надо. Так. Тут мелкая очень. Надо какие-то покрупнее, чтобы примерно было видно. Вот, еще бы понять, какие материалы там, вот это вот все. Без материала будет тяжело. Депозит фотос. Тоже неплохо. Можно там что-нибудь подсмотреть. И хотел бы понять по странам, есть ли какая-то разница в, в этом оборудовании. По идее, есть, наверное, несколько ну, каких-то глобальных производителей оборудования, а, который на весь мир его клепает. Типа Huawei, а есть, наверное, какие-то еще другие ребята. И ну, форм-фактор, наверное, у всех одинаковый. О, тут прикольно вес видно всякий. Трубы какие-то. Здесь видно, как ферма устроена. То есть это трубы и уголки на приваренных пластинах. Кайф. Вот это полезный реф. Как-то он интересно покрашен, что... Не по стыку, условно говоря. То есть это он из нескольких сегментов, а покрашен почему-то ниже как будто этого стыка. Почему так? Текстурить так быть точно неудобно. О, прикольная штуковин. Ох, провода такие вкусные прям. Ох, поликаунта добавит. Хорошо. Чем больше поликаунта, тем лучше. Так, это где какая-то... Ой, куда идти? Так, это мы Капернули. Да, да. Не знаю, они вроде все такие, это... крупные фотки, но на них нифига не видно. То есть композиционно очень классно смотрится, куча проводов, там все здорово. Но конструкция этой истории. Мне кажется, уже общих видов дофига. Надо куда-то гуглить в сторону молочевки. Так, посмотрим, чем тут открывали. Тут нифига не видно. Над фигни какая-то. Не знаю, вот это пускай тоже. Так. Короче, и раскраска у них бело-красная. Вот здесь видно. Хотя бы количество разъемов каких-то. И крепления более-менее. А можно открыть? Или это максимальный размер? Эй. Нельзя копировать. А почему? Нельзя скопировать картинку? Что за бред? Да. Ну ладно. Ха-ха-ха. Шах и мат. Так. Интересный момент, что лестницу делают и площадку для обслуживания. Вот это прикольная деталь. Лестницы вообще здорово, потому что они масштаб передают сразу, типа, устройство. По лестнице можно понять, какого она размера, потому что она привязана к размеру человека. Потому что здесь больше нет таких объектов, которые мы можем соотнести с высотой человеческого тела. Так, ладно, это уже мелко. Все. Я думаю, общих видов достаточно. Надо будет еще сфоткать все-таки ту на улицу штуковину. Она прям очень такая прикольная. Так. О, почки. этого антенны купить. Наверное, это не то, что... Да, это не то, что мы ищем. виды. Так, уже... кажется, это не так называется. Так. Нет, какая-то бельберда. Ладно, почитаем чат. Нужно отвлечься. Так. Э Можно просто Дима. Отлично. Рад. Рад, что все просто. Добро пожаловать. Так, Shadow Line. Привет, как дела? Да, нормально. Э, взяли пак, ангар на продажу в Unreal Marketplace. Я праздную А Так, сидим и собираем рефы для следующего проектика. Какой-нибудь такой. Сотовую вышку сделаем. Так. Вот. Подключение базовой станции к сети оператора связи может производиться по радиорелейной связи. Поэтому рядом с прямоугольным антенным блоком МБС можно увидеть радиорелейную тарелку. О -о 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 -о. Так. Это я прям скопирую. Можно текст вставлять. Как-то можно текст делать по-моему, в Пюререфе. В ну и фиг знает как. А может просто текст вставить? Да ладно. Офигеть. Клюк. А можно сделать, чтобы он переносился? Да. Господи, какой кайф. А как нет? Почему? Так, по идее должно работать. Не знаю, что произошло. Так. А -а -а. Вроде робит. Надеюсь, такой больше не повторится. Не знаю, что это было. Так, Shadowland, как дела рассказал. Эм, Латира только что зашел, что за проект делаем. Собираем рефы для этой. Для сотовых вышек. Посмотреть, вообще, что там можно сделать. Либо пак какой-то сделать, либо одну вышку. Так, морексманов, привет. Блендер, любовь, согласен. Привет, что мутим. Мутим. Ну, собственно, то, что я сейчас сказал. И празднуем того, что взяли нашу, эту, мою сцену на продажу в Unreal Marketplace, над которой я работал 4 месяца, и которой я уже ненавижу. Так, Антон Савельев, салют, что ты делал, удачного стрима, спасибо, с праздником. Ну, я вроде рассказал, сказал, так, я единственное могу, наверное, на это показать, э, типа, как, сцену, которую взяли в Marketplace, типа, вот такой вот ангарчик. Боже, господи, так хорошо получилось. Ну, не хорошо, но нормально, я удовлетворен. Так, радиоактив грязь, приветствую, привет. Он танцует с Пасхой. Так, Иисус Христос, вот это все. Так, а, наибольшая встречается длина панельных антенн от 0,7 до 2,6 метров. Так, да вот ты тоже, коперну. Надо мне... Опс, uh, так это лишнее Так, как хорошо с чатом. Чат, чат всегда подскажет. Чат всегда поможет. Спасибо, Саш. Это вообще прям топ инфа. Так, прямоугольными антеннами, блоками, БС. Панельные антенны. Вот это, кстати, интересно. Надо задать вот такую. Панельные сотовые антенны. Так. Ну, это немножко не то. Это какие-то, видимо, именно розничные, так сказать. Так, Алибаба. Ну, вот это похоже на правду. Но это опять же такая, типа, мелкая. По сути, ну, ее нарисовать-то, ну, несложно. То есть она реально на эту лампу похожа. Но мне хотелось бы разъема, посмотреть, какие у нее есть, чтобы понять, что это вообще раз, за разъемы и какого они, ну, там, не знаю, количество. Тут вот две штуки там было. Вот, кстати, здесь конструкцию немножко видно. Такая типа заклепочки. Вот это хороший реф. А, почему? загрузить изображение. Давай. Куда? Так, ладно. Родной. Давай вот так. Давай по-простому. Вот, собственно, такие дела. Так, э -э -э, чат я не успеваю... Так, for Raven 8, привет. Так, хорошо получился ангар, чего уж скромничаешь. Ну, да, неплохо, согласен. Это правда. Ну, я, я просто скромный человек. Что я могу сделать? Я же не могу себя заставить кричать, какой я классный. Так, это какая-то это... О, солнечная панелька. Вот это интересный момент. Можно ну, сделать один модуль вот этой вот панельки. Ее потом как-то это, реиспользовать. Это, мне кажется, интересная штука будет. О, вот тут прикольно. Ш широкая штука, крепление к стене. Кстати, возможно... Настенный вариант тоже было бы здорово сделать. Так, чипсики. Здорово, рад Это уже долгое время работал блендер, делал сценки в лоу-поле. Кайф. поле хорошо. Потом мне прострелили колено. Ну да. Жиза. Вчера, кстати, посмотрел фильм этот Ильина Шуллера. «Никто». Ну, я вообще не знаю, он уже у нас в прокате есть или нет, но я его посмотрел. Не спрашивайте, как. Вот. И мне понравилось. Наконец. Так, о, что это такое? Кадовская какая-то история. Кронштейн. Надеюсь, это валидная история, она рабочая. Так. Так, Надя Саля. Привет, первый тебя вижу для этого голоса. Мне нравится твои уроки, голос приятно. Спасибо. Мне тоже нравится мой голос. Я прям, я, наверное, нарцисс какой-то в душе. А, с ума схожу от, типа, от звука собственного голоса. Так. Это все здорово. Короче, я понял, в чем ошибка. Um, я это все на русском спрашиваю. Так, перевод. Panel Solar Antennas. Копировать, вставить. Пробуем так. И... Ни хрена. То же самое. Так, окей, давайте производители оборудования для сотовых вышек. Мне, наверное, потом скоро это... Эм, Контекст на рекламу будут пред, предлагать купить сотовую вышку. Я такой нет. А они такие, да ладно, что то Давай. У нас хороший. Он такой, так и нет, спасибо. Такие, да ладно, ломайся. Так, ну это какой-то что-то не то. Хрень какая -то. Так. Где сами антенны? Ребзи, нужна помощь. Как, как называются? Нужны производители этих антенн? И название моделей, наверное, чтобы эти фотки посмотреть. Потому что... О! Oh. Cell Tower Cable. Скорее всего это не пригодится, но мы посмотрим. Прикольно. Как скопировать? Кейбл. О, oh, оплеточка. Это интересно. А здесь оплеточки нет. Почему? Ей здесь нет. М -м -м, буду ли я эту оплеточку делать? Наверное, нет. Скорее вот такая вот история. С какой-нибудь этой маркировочкой, кстати, было бы прикольно сделать. Так, лады. Вот это мы копернем. Нужно было бы какой-нибудь тримчик сделать, чтобы там, типа, маркировочка была, и чтобы было в хорошем качестве. Супер какие-то большие не делать эти. Так, не то. Я найду этот заветный запрос. Чайно. Не то. Нет. Наверное, Антен нас не так пишется Так, нет. Пожалуйста, это все не то. Так. У Хайоэй, да-да. Так. Mm -hmm. Так, антенна называется секторные панельные антенны. О-о-о. Oh. Так, ну-ка давай. Во-первых, мы на русском спросим. Ну, все равно, какие-то они мелкие, что ли. Хотя бы тут вот разъемчики есть. Уже неплохо. Секторная. Блин, прикольно. Посмотрим, что здесь можно такого интересного утащить. О, интересный кронштейн. Это типа настраивается... Так, прощение. Настраивается наклон этой антенны. Причем реализовыв реализовывается это, видимо, по-разному. Здесь тоже как-то, видимо, наклон этот делается более простой конструкцией. Но вот это веселее выглядит. Да, это интересно. Так, может, тут какие-то разъемчики? Так, окей. Во, nice хотя бы крепление видно во-первых вот этой вот крышечки во-вторых что тут за эти вот здесь интересная деталь что за ребристая вот это штуковина это надо утащить так 16 тысяч всего слушайте ребят надо надо брать пригодится так куда вот тоже возьмем так, собственно, не знаю, кто скучает. Могу сказать, что мы сейчас сделаем самую полезную, наверное, работу 3D-шника. Это когда мы собираем референсы. Так, это, наверное, мы работу не будем брать, но возьмем, чтобы оказалось, что мы проделали отличную работу. Вот, собственно, от того, насколько хорошие референсы, настолько и хорошие будут в итоге работы. Потому что если ты рисуешь из головы, то это, это провал как 3D-шника. Никогда не рисуйте из головы. Ну, то есть рисуйте из головы, но только когда вы уже знаете, ну, разбираетесь в том, что рисуете. Вот. А часто мы рисуем в том, в чем не разбираемся. Поэтому имеет смысл подсмотреть, посмотреть, какие вкусные детали есть. То есть наша история как художников, артистов, так сказать, заключается в том, чтобы перелопатить какое-то количество вот этих вот картинок и наиболее художественно это все скомпоновать уже в конечную модельку, чтобы она интересно смотрелась. Иногда достаточно просто повторить как в жизни, а иногда нужно как-то скомбинировать и что-то выдумать. Так, надо быть нам еще там эту сателлит диш поставить. Но это попозже. Так, стопы, а чё я туплю-то? А -а -а, секторные панельные антенны. Так, сейчас чатик почитаю, не работаю. Давно без компа остался благодаря грозе. О-о-о. Пресс F, короче, тучат. Сочувствую. Так, теперь совсем отвык от компа. Собирать не хочется новый. Ну, сейчас такие цены на видеокарты, что никому не хочется собирать новый комп. Так что ты не одинок. Так, Влад Андрейчик, привет, добро пожаловать. Антенны планируем собрать, я планирую собрать определенный рефлист, а потом замоделить, собственно, эти антенны и какую-нибудь на продажу сделать модельку для ну, собственно, на продажу вот этой сотовой вышки. Короче, резюмирую. Делаем сотовую вышку, собираем пока референсы, картинки. Так, а почему просто не скачать каталог производителя, к примеру, того же Ericsson? Вот. Если мы его сейчас найдем, этот каталог, это будет победа. Ericsson. Вот. Заходим на сайт, да? Product and Solution. 5G for Business. 5G for Consumers. Ну-ка, run. О, кажется, мы это все нашли. Или нет? Сейчас узнаем. Мы откроем все ссылки. Все! For business. Так, Septal Cookie. Надеюсь, Эриксон не украдет мои личные данные. Так, дядя, тетя, город, Здесь ничего полезного нет. Идем дальше. Эй, я засептил. Так. Антенна. Окей. Дрон. Ну, что-то как-то все это не то. Uh... Так, это для чего? Future Technologies. Так, вон, сейчас посмотрим все. Core. Такое чувство, что они их просто на сайт не выкладывают, типа, чтобы это... Какого фига? С какой целью интересуетесь? Ты им пишешь такой, можно прайсик прислать? Они такие, с какой целью интересуетесь? Такие, ну вот хочу купить. Давайте какой-нибудь контрактик сразу подпишем. Такой, не, мне контрактик нельзя, меня, меня мама заругает. И они такие пошел нахер отсюда. <laughs> Я вот так все это вижу. Так, эм, миссия. Слушайте, Network Services. Где же лески-то? Где железки? Так, портфолио. Run Compute. Что это такое? О! Так. Стопы. Портфолио это хорошо. Так, вот это все барахло закрываем. Так, наверное, одну стоит оставить. Так. Господи, как ярко. Uh Jesus. For business. So, no. какой-то так радиоран ран, давайте вот эти посмотрим эриксом радио а стоп это по решениям ну-ка радио я бы не сказал что тут много инфы тут наверное для ребят которые реально хотят что-то купить Так, ладно, читаем дальше. А, я хотел вот что спросить у компьютера. Uh. Так, сенсор секторной панели. Так. Uh. Они бывают размеров 2,6 метра. Вот давайте посмотрим. Ну что он по этому. Нет. Может в поиске какой-нибудь... такое Слушай, такое чувство что не любят производители выкладывать типа как их оборудование выглядит что в общем то наверное реально пофигу людей наверное интересует больше как это все работает и либо я неправильно спрашиваю все еще. Так, лады, лады. Хорошо, хорошо. Так. Ссылка на магаз. Ссылка не приложилась. Надо это. Как-то придумать, как название магаза. Что-нибудь. Пробел.ком. Ну, пробел.ком. Так, LTE-антенна картинки. Все примерно одно и то же выскакивает. Эм. Да. Слушайте, ребят, ну, походу, их сожгли все, что ли? Все-таки 5G реальная угроза. Так, нашел на сайт, есть каталог, там даже что-то разглядеть можно, есть размеры. Да где ты его нашел-то, этот каталог? Uh, Partners Media. Так, стоп, вот, допустим, заходим на главное, правильно? 5G, допустим. Каталог. Давай. Ага, сейчас. Как прикольно. Покрутить можно? Кайф. Космические технологии. Что-то я не могу найти этот каталог их не. Так. Э Антон Савельев, что ты ищешь? Я ищу плоские антенны для сотовых вышек. Вот эти вот модули. Э -э, на сайтах каких-нибудь производителей, чтобы там были фотки большого размера, чтобы я мог посмотреть их желательно со всех сторон и понять, какие у них разъемы есть, как они устроены, вот это все. Так, э -э, LTE, сектор антенна. Во. Так, их сценарий здорово. А, здорово. Так, проще PlayStation купить и играть, чем ПК за 100-200к. Да, на PlayStation ты не можешь делать 3D-шку. Так, радиоактив газ, еще раз привет, если не сложно и не убивает систему роль. Расскажи про сетап скульпта, где планшет, под какой рукой клава и так далее. Я тут не сильно, наверное, расскажу. У меня планшетик... Господи. Так, у меня вакуум бамбу старенький очень. Какого года, понятия не имею. Он мелкий вот такой. Не знаю, видно, не видно. Вот. По моим ощущениям, его типа супер хватает. Вот потом что можно про скульпт сказать? Там есть под скульптинг настройка эмуляция, типа в типа, по-моему. Эмулят нам под. Нет. Эмулят три баттон маус. Вот. Она, типа, позволяет, что с пером тебе более-менее получше становится общаться. Ну, то есть вместо мышки у тебя будет типа стилус. Вот. Ну и, соответственно, правой рукой рисуешь, левая на клавиатуре, тыкает кнопки. То есть там все повороты и прочие штуки. Короче, я вообще не про скульпт, поэтому я тут, наверное, больше особо ничего не подскажу. Вот, но тема похвально. Вот. Единственное, что я понял, что супер дорогой планшет не нужен. Вот. Это вот главная мысль. То есть он у меня, по-моему, даже не опять 5 а 6. Вот эта рабочая область. А, то есть это четвертинка от А4. То есть супер маленькая штучка. Ее прям достаточно, на мой взгляд. Так. А -а -а скинуть ссылку на скачивание Discord, суши, докан. Если скинешь, будет супер. Так, ты должен был сказать, сейчас я буду скачивать все рефы. Сейчас я буду скачивать все рефы. Так, только модер и стример могут, а ты нет. Слушай, ну, порежьте как-нибудь ссылку в чат. Типа, Название сайта, типа www и точки просто убрать, через пробел написать. Я пойму. Я смогу реконструировать адрес сайта. А, так, нет, стоп. Если там ссылка на документ, то там, наверное, будет длинная ссылка. Слушай Дока, напиши мне в личку в Дискорд просто. меня в теории можно найти как главного чувака на в дискорде именно это канала и в личку просто скинь так лады двигаем дальше давайте посмотрим так эм, по-моему я копировал какое-то клевое название лт сектор антенна давайте посмотрим Ну, по-моему, все примерно одно и то же. Либо у меня типа этот пузырь, в котором показывается только вот это. Так, а если вкладка... Так, вот что-то интересное. О, кстати. Кайф. Так, ну что, мы уже час рефа собираем, да? Классно проводим время. Дальше только я не знаю, надо еще... Так, это мы уже копировали. Я думаю, надо еще на донаты начать байтить. То есть и так ничего не происходит, так еще и это, нажиться на этом. Кайф. Так. Вот еще такой. Блин. Реально надо это. М -м -м. сайт производителей каким-то образом. Так, корня, Давай посмотрим. О, благодарю. Добавлю тебя в друзья за это. Так, КМЦ каталог Edition 2 PDF. Сейчас открывается, а там голые женщины. И док такой шахмат. Игра продолжается. Так, 287 страница. Давай глянем. 287. Да, нормально тут. Спасибо, что проделал эту работу. Я бы сам фиг. У, -у, У, кадовские скрины. Так, вес. Довольно неплохо. Даже можно что-то рассмотреть. Это, видимо, крепежи. Так, ну это тупо надо сохранить. Cell Tower. Э, ты чё? Так, 287. Да, это тема. Это поможет. Копировать. А, то есть получается вот эти все это к трубам крепится. У них, кстати, какой-то очень модный вот этот вот настраиватель угла наклона. Они прям, наверное, это. это молодые студенты пришли и такие, давайте мы вам хай-тековые эти. Наклонялки сделаем, они а такие, господи. Сделайте. Только не мешайте работать. Они такие, да, мы сейчас нарисуем, короче. Ну и нарисовали. Старые инженеры там такие. Еперный театр. Так, а можно как-то... Ооо! Здесь довольно это. Кстати, вот, вот это классная картинка. Здесь видно профиль. Можно профиль вот этой штуки украсть. Ну как украсть, позаимствовать. Так. Ладно. Размеры, в принципе, примерно тоже понятны. В скобочках не очень. Опачки. Тоже профиль. Нужно okay. просто его будет обвести, в принципе, и все Так, ну вот такую бильберду мы делать не будем Кто-то, ну что У -у -у -у. Есть Вот это, кстати, нужно замоделить и потом реюзать Миллион раз в любом проекте, мне кажется вот на этой детальке можно, мне кажется, постапокалиптический сет какой-нибудь сделать. Типа все оружие, которое скреплено этой такое? Так, ну вроде все. Наверное, там еще что-то есть, но это мы попозже это посмотрим. Разъемчики. -ху -ху. Комбайнер. Комбайнер это хорошо. Да, вот эта тема. Оп. Я не совсем понимаю, где эта коробочка есть, но мы что-нибудь придумаем. Так. Так, Павел Соколов, привет. Ты же так хорошо разбираешься в этих программах, а ты работаешь в этой сфере или это как хобби? Uh, ну, как хобби пока что. Но я не знаю, честно говоря. Короче, честно говоря... Ну, мне бы хотелось, uh, наверное, в этой 3D-шке прям ей работать, зарабатывать, но мне не очень хочется идти в офис куда-то. То есть, понятно, что там, да, компании там тролливали, все весело, и там будут хорошо платить. Но, что-то я уже так в компаниях нарабатывался, хочется как-то это чтобы никто мозг не выносил и просто что-нибудь поделать. Поэтому я пока что так не особо стремлюсь. Вот. Ну, единственное, не знаю. Только если на удаленке куда-нибудь. Ну, и так вообще попробовать. Опыт поднабраться тоже. Поэтому пока как хобби я заявляю. но я не знаю. Мне кажется, я вообще классно уже научился. Но тут проблема в том, что я как бы это научился в вакууме, поэтому я не совсем понимаю, насколько у меня хороший скилл. Я думаю так, недостаточно хороший для главной артстейшена. Так, коннектор. Ну, это тоже пригодится. Опачки. Ладно, эту штуку надо прям Смотреть, изучать. Оно, а, ну, конечно, классно. Спасибо, Дока. Вообще тема. Так, лады. Давайте посмотрим, что у нас набралось. Набралось примерно вот так. Так, а, мне одному кажется, что это одна и та же фотка. Какая побольше? Вот это, наверное. Соответственно, упираемся вот во что. Есть, кстати, вот какие-то маленькие вышечки. Тут маленькие антенки. Но это не наш вариант. Вот, вот что-то к такому. Лесенка. Какие-то трубы. Кронштейн крепления вот этой антенны к трубе. Э -э их, видимо, бывает несколько размеров. Так, Сейвинг. Я найду сюда сейвис, потому что я не, не жал Ctrl-S. Пожалуйста, сохранись. Так, еще разок на всякий случай. Эм, так, вот это, видимо, громадводы. Какие-то штуки, которые именно по конструкции. Так, лестницу назвал. Ну и соответственно, на огромное количество кабелей, они там куда-то уходят. Наверное, какую-то надо коробку будет нарисовать, в которой они уходят либо прямо в мачту, и типа как будто внутри мачты идет. Вот. И что еще? Солнечные панели у меня пон понравилась тема. И вот те вот барабаны, их я прям даже не знаю. Вот здесь вроде видно конструкцию. Ну, кронштейн, я думаю, надо делать какой-то универсальный, чтобы он ко всем подходил антеннам этим. Вот, какие-то разъемы. Э, вот какая-то коробочка интересная. В нее, по-моему, приходит как раз огромное количество всего. Так, и вот здесь тоже какие-то коробочки. Это типа коммутаторы. Фиг знает. Ну, короче, несколько таких коробочек надо будет тоже нарисовать. Господи, такая жесть. Ну, кстати, тоже прикольно. То есть это... Типа барабан этот. Или это тарелка. Просто с радио... Прозрачные вот этой штуковины. Так и зачем? Мне кажется, если здесь был бы на штанге, то меньше ветровая нагрузка была бы на всю эту конструкцию. Такой, короче. В общем, несколько плоских антенн секторных, несколько вот этих барабанов, одну, наверное, тарелочку какую-то. Так, а вот, кстати, когда искали, там предлагали такие типа тарелочки, тарелочки. Вот эта тема будет. Так, ну это сейчас надо почитать чат. А -а -а. Так, возле доната надо засветить близняшек. А -а они у меня не, не настолько большие, чтобы это было конкурентным преимуществом, помогающим в сборе донат. Сбор донат на сектор на <batteries> <imagine> Блин, я, да, я купил бы и повесил у себя там на стенке за собой. Так, про планшет абсолютно два. Я приобрел планшет, РТТ, абсолютно не обязательно 3D-шник пространство, просто интересовали ходки и прочие полезности. Не подскажу. Там больше не про ходки, как мне показалось, а именно про настройки кистей. А, и, кстати, есть еще... Э, вот что вспомнил. Корп, скульпт, брашес. Mm. Так. Uh, наверное, надо блендер. Есть, короче, набор кистей. Так, Freedom. Вот, короче, я скину ссылку. Я не уверен, что там есть ссылка на скачивание, но название просто зачекерь и поищи вот эту тему. Uh, ну, и вообще, кто по скульптингу, есть набор кистей для скульпта, которые, ну, там, несколько неплохих кисточек, которые имеет смысл uh, установить. Они вот довольно неплохие. Вот, по поводу скульптинга, там, мне кажется, это именно про настройки кисточек, потому что дефолтные настройки кистей, по крайней мере, в, вот в The Brush, они там, их много, и они, ну парочку находишь, которые тебе нравятся, как себя ведут, и ими рисуешь. А в блендере, по-моему, они, ну, такие типа совсем дефолтные. Их нужно донастраивать. Именно чтобы они там как-то красиво все делали. В том числе. Вот. И вот про это, мне кажется, надо поискать какие-то туторы, Потому что так вот сходу ничего путного, мне кажется, не получится. И вот этот набор кистей, он, собственно, изначально был для зебраша. И, по-моему, его сделали, собственно, для подблендер тоже. Я его как-то устанавливал, но особо сильно не тыкал. Но то, что успел потыкать, прикольный. То есть там интересная штуковина. Вот. Пишут, что пользуются этими кистями, они очень прикольные. Ну, то есть, не то, что там нет такого, что типа это, кисть, которая все за тебя делает. Но они упрощают процесс, как мне показалось. Так, Грейдс, uh, привет, смотрю твоя работа, а почему ты юзаешь с группы при наличии нормали? Видно, что вы же на фаске. Uh... Так, смотрю твои работы. Не знаю. Если ты мне ну, покажешь на, мою, мою какую-то работу, где видно швы, то я бы посмотрел, потому что я давным-давно уже освоил волшебство этого. Швоведение. Вроде у меня швы не видно нигде. Только если я три забываю поставить в этом. В пейнтере. Uh, так, юзаешь ish smooth group при наличии нормали. Не знаю, в общем-то странно сформулированный вопрос. Smooth group, это я так понимаю, харды я назначаю. Я их всегда назначаю. Ну um. no, и там, собственно, если разрез на месте, смус группы сделать, то не будет этих фласки. Если фаска там вообще есть, если я ее запекаю. Если я не запекаю, там нету хардов. Короче, не знаю, уточни, пожалуйста, вопрос. Возможно, я что-то не понял. Так, 144 пи, здорово, рад тебя видеть. Как дела? Так, а шашлыков-то кто-нибудь поел вообще? Я потому что еще не ел шашлыков, и я очень переживаю по этому поводу. Сейчас такие, фу, Антон, ты что, мясоед? Ну, немножко, пожалуйста. Не насмехайтесь надо мной. Так, эм... Что за я хотел посмотреть? Вообще прикольно вот эти вот. Проболическая антенна. Я немножко другое искал. Там вот у них повторяется вот эта история, что она параболическая, у нее штанга, на которой я не знаю что, приемник, передатчик, Long range. Тями. вот типа такой, такой у него штанга какая-то уродская. Вот, что-то вот такое, наверное. Так, а -а -а, проболическая. <laughs> как лампа. Был прикольно, если ну, сделать такой а -а светильник городской. Чтобы он светил. Ну, выглядел как сотовая вышка, но светился. Можно будет такую штуковину сделать. Рендер. Так. Здесь вот коробку это видно. Что это интересно такое? Ладно, коробка, красивая. Так, эм. есть что-нибудь похожее? Ну, типа что-то такого. Ну, допустим. Так, я вот скопирую это, но, может быть, мы посмотрим просто, как они там действительно выглядят потом. Так, лады. Уже что-то вырисовывается. То есть будут еще трубы, а, разъемы. Дын -дын 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 -дын. Вот эти всякие переходники. Наверное, вот такие вот шлицы. Если это шлицы называются. Уф. Да, вот такие штуки. Так, слушайте. Вот. Эм. А есть какие-то уже старые? Чтобы посмотреть, как они стареют. Нет, наверное, их обслуживают. Если такая штука сломается, наши деньги приносит. Если она сломается, не думаю, что они есть какие-то это в запущенном состоянии. Так. Uh -huh. ну, мне вот эта вот сотовая вышка понравилась Красивая uh -huh. Хорошая Такая, наверное, второй мировой войны С тех пор сохранилась Качественная Так Фотка хорошая, только нифига не видно Жалко Так, ну это уже какие-то рендеры пошли Все, это нам не надо okay, Окей оч оч Очищаем мозг Сейчас пойдем на карт смотреть. Так, Эриксон. Нет, закрываем, закрываем. А -а 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 -а. Что? Так, карт стейшн. Сел. Тавер. Так, неплохо. Сходу, да? Э -э, Какие-то... А почему так мало? Она, наверное, не так называется. Либо них никто не рисует, потому что скучно. Так, Наверное, no results, Сел. Всякие сейчас начнутся эти. Да, это вообще не то. Так, ну то есть особо никто не заморачивается этой историей. Эртфолл, Ким так, это вообще рисуночек, по всей видимости. А это... Ну, такое, один лайк. Блин, я даже не залогинен. Я ему лайк не поставлю, логиниться придется. поле. 500. Короче, чушь какая-то. Я думал, тут хоть что-то будет такое интересное. Ну, наверное, никто не выкладывает на ArtStation, типа, вот сотовая вышка. Наверное, ее можно найти только в составе какого-нибудь арта. И мы так не угадаем, что это за арт будет. Um, только если это какой-то городские истории. Так. Мне больше готовить нравится, чем есть. Ну, да, кстати, есть в этом что-то. Именно сам процесс приготовления шашлычков — это кайф. Так, я не ел шашлыков. Все знакомые бухали шашлыки и жрали на даче, а я картоху садил. Пресса и авточат. Это боль. Все хорошо? Так. Крайний вопрос за текстуринг с помощью одного лишь блендера. Возможно, создать текстуру уровня собственного пейнтера, если хочешь делать и его обязательно изучать, на твой взгляд. На мой взгляд, нужно изучать, потому что ну, тупо неудобно, нерационально. То есть, чем больше ты будешь рисовать э, всю эту историю, ну, если ты не бросишь и поймешь, что тебе это прям дико нравится, хочется продолжать, то пейнтер — это та, та штука, которая, типа, все сильно упростит и позволят делать ну, на крутом уровне за мало времени. А в блендере, мне кажется, тебе придется постоянно, чтобы добиваться ну, реалистичного какого-то результата, надо будет э -э ну, как-то там все, короче, это сложно это все будет делать. Я думаю, будет больше времени занимать. Но я не знаю, честно. Это моя точка зрения. Потому что я, естественно, буду топить за Painter, потому что я в нем научился работать. Вот. А в блендере но, нодовые вот эти все штуки я не очень хочу учиться делать. Вот. Эм... Я сейчас ну, не совсем знаю, насколько там продвинута вся эта история с нодами. В блендере, насколько там можно делать материалы там, по сравнению с тем же, там, собственно, с дизайнером, например. Вот. Думаю, посматривать стоит туда и туда, но если у тебя какие-то серьезные намерения в этом направлении, то имеет смысл, конечно, почекать ну, программы, которые уже индустриальный стандарт. Вот, а Painter — это стандарт в индустрии. Поэтому, не знаю, что там, 2500 в Steam, 2600, либо со стопроцентной скидкой на торрентах. Потыкать, посмотреть. Вот. Большим плюсом будет, если ты в фотошопе когда-нибудь работал. Там, в принципе, ну, принцип, мне кажется, примерно одинаковый. Ну, то, что там слои, маски. Вот самое сложное, что нужно понять, это концепцию масок. Как только с ней разберешься, оно дальше легче пойдет. Так, на Artstation на главное что? Правильный персонажка — это тонкий намек. Попробуем когда-нибудь, не знаю, не в этом году. 2022 будет у нас годом персонажки. Попробую персонажи начать делать. Так, QGames, здорово. Хорошо, стрим. Спасибо большое. Так, слушайте, ну это какая-то беда. Эм... Давайте на CG и посмотрим. Так. Ой, нет, не посмотрим. А -а -а -а. Или посмотрим. Так. Мне сейчас прямо идет это. Не знаю, смысл, наверное, тогда упороваться в рефы и какое-то художественное пересмысление нет, потому что, ну, скорее всего, я буду в реализме делать, правильно? если на ArtStation ничего нет, то дальше искать особого смысла тоже нет. Просто мы будем делать в реализме. Окей. Целлюляр антенна. Может, их так пишут? Целлюляр. Продукт. Так, это какие-то платки. Это не то. Поэтому, ладно. Так, Андрей um, Ов, подскажи, пожалуйста, для загрузки текстур для модели, так, uh, для загрузки текстур для модели UE4 есть какая-то особенность в Substance Painter? Там есть классная штука, пресет уже готовый. Сейчас покажу. Так, блин, тогда еще вопрос, для чего нужен саб-дизайнер по сравнению с Пейнтером. Я не очень понял. А, у них, в принципе, одинаковой логики ну, нет. Скорее, движок под капотом у них одинаковый, но у них разный подход. То есть Пейнтер — это именно больше про текстурирование уникальных объектов каких-то. Хотя в нем тоже можно в тайловые текстуры, но он больше про ну, какие-то уникальные штуковины. Вот, а дизайнер, он именно больше делать материалы, которые тайловые потом накладываются на какие-то поверхности, когда тебе нужно там много замастить чего-то. То есть, простейший пример, если ты делаешь дверь, ты ее, наверное, затекстуришь уникально, и это лучше делать в пейнтере. Вот. При этом, если ты делаешь а, какую-нибудь кирпичную кладку в доме, который будет эта дверь, то кирпичную кладку лучше делать уже, наверное, в дизайнере. Там больше... Наверное, ну, всякого, во-первых, туториалов про то, как делать кирпичи больше будет, а и инструментария, наверное. Хотя, опять же, они просто ну по подходу отличаются. Там одна и та же логика под капотом, просто у тебя пейнтер, он больше на фотошоп похож, а дизайнер, он больше нодовая история. Так, что я хотел рассказать а, по поводу Unreal Plain Doors. Ну, давайте toolbox Он не очень нету. Надо было какую-нибудь открыть модельку, чтобы все ахнули, какой я классный этот. А, когда экспортишь, там есть темплейты. А, и по умолчанию есть темплейт под названием Unreal Engine. 4 пакт. Вот, он сразу упакует э, под Unreal Engine всю эту историю. Там в Unreal есть такой распространенный способ упаковки, что у тебя Base color отдельной текстурой, э, нормалка отдельной текстурой, э, Metallic, roughness и что еще? О, господи. Ambient Occlusion, они пакуются в три э, разных канала одной картинки. И получаются типа смешные картинки, вроде ангар, um, текстура, um... Господи, любую можно на текстуру, наверное. Сейчас откроется Гимпом, <laughs> кайф Странно Короче, вот такая текстура получается uh, У нее, по сути, ну, разная информация в разных каналах Вот это, по-моему Так, ORM, это металлик, то есть то, что видно, это металлические части, то, что не видно, не металлические. Так, это roughness, шероховатость, а это именно так Вот он как бы упаковывается. Соответственно, вот этим можно это пользоваться. Довольно распространенный, ну, типа пресет. Так, эм, Так, или как в Blender с ну, то есть никаких фокусов не имеет. Э, ну, в принципе, ну, на самом деле, никто не мешает все карты по отдельности скинуть картинками. Ну, типа, Metallic отдельные карты, Rafness отдельной картой и так далее. Вот. Э, ну, там просто придется больше всего подключать. Вот. И... Это то, что касается экспорта. Самая сложность будет именно создание материала в, в, самом Unreal, потому что они по умолчанию там... Ну, то есть, если какой-то материал утащить, либо там из нодов свой собирать. Вот, и это такое муторное занятие. нужно тутор толковый найти, там, как-то это все потратить время, в общем, чтобы сделать, либо потратить время, чтобы найти, где этот материал стащить. Так, а что у нас по времени? Пол одиннадцатого. Какие полчаса еще есть? Так. Э -э Пейнтер, дизайнер, алчимист бесплатно можно получить, если студент или преподаватель. Студак фоткаешь или пропуск тебе дает лицуху. О, кайф. Блин, жалко я не студент. Я бы алчимист взял. Хочется его потыкать и посмотреть, что он из себя представит. У тебя есть студенческий? А он это, не просроченный? Так, все, ребзи, я ухожу. Мы сейчас будем обманывать систему. Нормальная тема. Так, Сарвар Хиотов, не знаю, правильно прочитал. Привет, пацаны, а сколько стрим по времени идет? Идет полтора часа, еще полчаса будет идти. Так, полдня резон, так для геймдэв. Ну да, то есть там вот так все. Надо запомнить. Надеюсь, пригодится. О! Захочешь вообще заморочиться, руководство по эксплуатации гражданских аэродромов Российской Федерации. А в нем изложены требования как раз и высоких объектов. Ну, да. Пункт 3.10. Так, копирую этот комментарий. Это польза. Так. Господи, как с чатом приятно собирать инфу. Все подсказывают, все-все знают. Так, а Мармосет для чего? А, в основном для... Ну, два направления. Первое это запекание. В нем проще исправлять косяки запекания, он лучше как будто запекает нормалку. То есть больше прощает косяков всяких. И там можно, если что, кисточкой подмазать, и он попробует исправить. Вот. И там еще в нем удобно реализовано исправление. То есть есть же два режима запекания. Планарный и... Э, второй не помню, как называется. Вот. И один хорошо запекает фаски, а другой хорошо запекает именно, когда проецируются какие-нибудь гаечки, например, на поверхность. Вот. И... Ну, а если у тебя в модели и то, и то, то... Либо фаски хреново запекутся, либо странно запекутся вот эти вот гайки. Вот, и там ты ставишь режим запекания именно фасок, а потом гайки вот эти кисточкой проходишься, он на лету исправляет. Вот, то есть мармосет он для запекания, а вторая тема в нем неплохо собирать потом. То, что у тебя получилось, и какие-нибудь красивые картинки делать, чтобы хвастаться на артстейшне. Я раньше думал, что это глупость, а потом понял, что, блин, реально это важная часть работы 3D-шника. Презентовать свою какую-то работу. И то, что всем плевать на самом деле, как у тебя там на что-то затекстурировано. Им важно, чтобы вот финальная картинка, которую ты показываешь, она прям типа торкала. И если она торкает, то косяки там модельки уже не важны. Вот. Но это то, что касается там, допустим, устройства на работу, и это. То есть нужно произвести впечатление. На работе уже будут как раз типа это, за сетку, за все натягивать. Так, задает, скажи, получается ли зарабатывать на фрилансе? Ну, я не совсем на фрилансе, у меня это... 3D-шка это хобби, а зарабатываю я другим делом. Так, вот Бегемот, какие гайды есть по презентации в Мормосете? Черт его знает, я бы сам посмотрел что-то, потому что хочется под это, подкачать эту тему. Мне кажется, это. Прям отдельный курс, мне кажется, про это можно делать, про презентацию. Ну, и в том числе про мармосет. Так, как-то так. Так, ну что, э -э -э, давайте подумаем теперь. Окей, мы собрали вот эту вот всю Так, из чего у нас вся эта штука будет теперь состоять? То есть, 2-3 э -э -э, секторные плоские антенны. Ферма. Вышка. Сегменты с разной покраской. Так. Эм... Я не знаю, как называется. Пускай она будет в форме барабана. Эм... Кронштейн, мы антен. Что у нас тут еще? Солнечная панель. Не знаю, она была только на одной картинке, но мне очень понравилась концепция того, что каким-то образом солнечная панель может участвовать. Хотя в этом, наверное, нет никакого смысла там. Не может такая маленькая штучка запитать, ну то есть вот такую мелкую фигню может, а остальное нет, так что бред какой-то. Не будем. Так, что у нас еще? Давайте посмотрим. Тарелка. Так, есть вот такие антенны, но... Насколько они часто используются? Кто узнает. Так, лестница. Площадка для обслуживания. Что бы это ни означало. Так. Эм... Коробки, куда приходят провода. Это прям как, не знаю, какая-то Эма песня. Коробки, куда приходят провода. Даже, наверное, название альбома. Так. интересного есть громадводы возможно а, блин дико не хочется делать вот эти вот кабели то есть это наверное надо делать ферму, которая ну такой пирамидкой, либо невысокие башни, либо пирамидкой, ну типа вот такого. Но не хочется делать много модулей. Ну, вообще хочется унифицировать эту штуку. То есть если она была бы квадратная, просто прям торчала как вот эта что история. Здесь просто один модуль делается и Два материала у него накладываются и чередуются материалы, условно говоря. Но это нас привязывает к тому, что нужно будет делать кабели. А они не очень хорошо смотрятся, мне кажется. Ну и, допустим, в играх я не совсем понимаю, как игрок будет с этими кабелями взаимодействовать. Тынц. так ладно um, разъемы <с> через ее на антеннах не знаю наверное один разъем достаточно будет сделать и он будет везде одинаковый um. Ну, собственно, провода. Их надо будет красивые скрутки какие-то сделать. И... И, и, и Так, вот этих вот коробок надо сделать две штуки. Большую и маленькую. Чтобы можно было из них собирать какую-то композицию. Так, надо будет посмотреть, что вообще из них можно изобразить. Блин, прикольно всякие цветные пимпочки. Вот это, кстати, это, наверное, какой-то проблесковый маячок. А именно чтобы самолеты не врезались по идее может быть нет замы самолеты так окей допустим смотрим что у нас тут <laughs> такая типа лестница я бы на такой не полез страшно Так, фирма вышка с красной покраской. Так, сюда же из фермы. Так, фирма вышка это у нас трубы плюс уголки шлицы. Умные конструкции. Возможность было бы неплохо предусмотреть, чтобы можно было собрать из этих же деталей вот этой вышки вот что-то такое уже раздолбанное, может быть. Несколько материалов там сделать. Будет кайф. Блин, может сделать все-таки эти. Какая Тут прикольная, такая широкая. <связь> так

Ну, условно 16. Наверное, что-то еще вспомнится. Около 20 объектов получится. Я думаю. Что... Ну, нормально. Немало. Такая история. Немаленькая. Так, посмотрим. Эм... А -а -а. Радиорелейные антенны Эндрю. Скопировать. Так. Смотрим. О, кстати. Вот они как раз есть. А, -а это просто тоже внутри тарелка скрыта, но у нее типа Блин, тема. Кайф. Кайф. Так. Сейчас. Так, что-то я потерялся. Так, большое спасибо за объяснение. Надеюсь, он не замотал. Да не, а наоборот какую-то пользу эти стримы приносят, а то я это просто сижу там, кулупаю что-то, а тут хоть ну, что-то интересное рассказываю, полезное. Так, Николай Крест, здравствуйте. Как ваше ничего? Так, N8 он, здорово, рад тебя видеть. Все, не поздно? Поздно. Скоро заканчиваем. Так, я напоминаю, сегодня без разбора работок. Разбор работок будет прям со старта стрима в следующий раз. О, что-то я настолько увлекся картинками, что про кофе забыл. Так, у тебя тоже спутниковая, только диаграмма направленности шире. А, -а, а Так, в планах тоже сделать вышку связи. Но на детайл у меня говорить не буду, дабы она будет на бэкграунде основе сцены. Ну и правильно, ничего, время тратить. Так, на некоторые лампы ночью светит. Да, ты каждый день стримишь? Нет, стримлю каждый вторник в 9 вечера. В описании, по-моему, написано там много инфы. Так, на рынок на кур наложить можно скелить от кверху к верху по курве. Так, я контекст уже потерял. Так, там скорее не провода, там тросы. Ну да, тросы имеется в виду. Провода идут помочь вниз. Да, 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 да. заскелить кверху и будет пирамидка. А-а-а. А можно так это потом? <связь> Не, подождите, это будет все или нет? Должно сработать, кстати, хорошая мысль. треугольник нужно сделать с помощью MT -респорта. О, господи, что-то это. Я буду проще как-нибудь делать. Но криво. По итогу надо быть за модель 34 трубы. Вот это мне подходит. Так, разъемы SR50 какой-нибудь, например. SR50, 724 или BNC. Так, разъемы. Копируем. Разъемы, это хорошо. Так. Давайте-ка я вот это все в один документ. Так. Слушайте, ну, довольно прикольно. Вот это мне нравится. Потому что на барабан похоже. <св> так ну тут ничего так это вот эти вот как раз эндрю антенны неплохо как то интересно то есть это что это за, за материал и на чем он держится такие эти прям это реально барабан получается Учиться по нему постучать. О, кстати, классный рев. Красочка вспучилась красиво. Не могу пройти мимо. Дух мальдирационный. Так, ну, нужно баланс соблюсти между упарованием и не во всю эту историю. Потому что если прям совсем упороться, то можно и... Сто лет моделить всю эту историю. Никто потом что? Ага. И никто потом не оценит же, потому что ты забыл зарелизить. Тон. Вот. Надо как-то баланс находить, я считаю. О. О, -о, -о. О, -о, О, да. Мы нашли, вернее, Саня нашел. Саша, проща, проща. слушайте, это тема. Так, я какой скопировал? -то? Ладно, скопируем это тоже. Да, это тема. Можно еще вот так вот сделать, но маркировочки, кстати. Вот это маркировочки будут не лишними. Ох, какая. Золотая жила. Что вот это вот за линейка интересно? Так, зачем разъемы? Разве кто-то увидит? Я увижу. Я не знаю. Может быть, они не нужны будут. Эм... Но хочется именно прям так круто сделать. В плане того, чтобы довольно подробно было. Эм... Ну, ладно, я думаю, достаточно. Да, вот этого, скорее всего, уже не надо. Ну, прикольно. Ну, то есть я пока не понимаю, какой будет уровень, какой уровень проработки будет. Наверное, да, это все лишнее. Но из чего-то должны там выходить провода. То есть, скорее всего, в итоге разъемов-то как таковых не будет. Ну, вот маркировки вот смотреть будет не лишним. Какие-нибудь клоузапчики будем делать. Подумаем, как это все сделать так, чтобы Тексель был приличный. А и попробуем как-то вытянуть, чтобы было прям хорошо. Посмотрим. Так, Эндрю. Вот этот запросик мы вообще скопируем. Чем Так, ладно, это мы потом посмотрим тоже. Центрайз, эм, привет. Да, я тут. А, это не мне вообще. Окей. Все, вопрос снимается. Так, а мы он Привет, Эверти, приветствовал. Привет, привет еще раз, на всякий случай. Так, с вами интересно, но спать тоже надо. Доброй ночи. Приходи еще через неделю. Так, э -э кстати, как растете? Сушить. Фу-фу-фу, -фу -фу. растем великолепно просто. Человек уже ползает вовсю. Скоро, есть ощущение, начнет вставать, а дальше пойдет. Как-то так. Сон для слабаков. Нет, это неправда, спать очень важно. Желательно... Ну вообще, чем больше тебе лет, тем лучше спать сколько нужно. Потому что это дико вредно. Примерно так же вредно, как курить. Сказал доктор Антон. Вообще я не знаю. Так, вот за стримери топ закончил. Кайф. Так, по поводу размера... Э, слетело. Так, скопируем. Так, снимаем. Так, разъем я потом еще посмотрю. Так, зачем разъем? о, релик хотел я как-то домой забавахать на радиорелинной связи. У -у -у. Биджо, ты еще тут? Целую группу разъемов под определенный диапазон частот. Так, расскажи, пожалуйста, еще раз, как запекание делается. О, это я не готов. Там очень все, ну, комплексно. Это рассказ на полчаса. Я думаю, я когда-нибудь тут сделаю какой-нибудь. Это хорошая новость, плохая новость, что я, скорее всего, на Патреоне только выложу. Надо уже Патреон наживлять и там, не знаю, какой-то контент делать, чтобы было всем хорошо. Так, Ребзи, ладно, уже 11. Давайте сейчас дочитываю чат и, наверное, будем заканчивать. Не знаю, ничего не удалось им помоделить очень было интересно общаться. Но зато мы собрали прям рефы, и я доволен. Очень круто получилось. Так, разъемы с маркировками. Ага. Качество позволяет. Все. Это я тогда вот так сделаю. Разного диаметра, импортный тип, G58, кабели. Воу. Не знаю. Вся эта инфа, мне кажется, с запасом. То есть она, наверное, так и не потребуется. Второй привет был до Биджена, но не ответил. А, я все понял. Так, кабель еще затягивает металлическую оплетку. Вот оплетку, по-моему, я где-то видел, но... Не знаю, посмотрим, как мы ее будем делать. Мне еще хочется сделать такие ступенчатые пластиковые... Пластиковая трубка, по которой провода идет. Она очень такая, довольно прикольно смотрится. Вообще не в чате. Ты тут, тут. Как дела, дружище? Ладно, ребзи. на этом я думаю, закончим. Не знаю, получилось так спонтанно достаточно по всей этой истории пройтись. А, так. Шпинг. Так, это мы сохранили, и вот это надо сохранить. Во -во 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 -во. Файл. Чик-чик-чик-чик. Все, появился у нас Cell Towers. Ткст. Супер. Um, так, приходите через неделю. Будем разбирать работы. Скидывайте работы тоже там. Uh, готовьте, не знаю. Выкладывайте на station Так, лайков хотя бы соберете, хоть какая-то польза будет. Uh, Оу, ничего себе там драма. Жестко. Так, эм, что я говорил-то? Господи, все, уж голова не варит. Я говорил про то, что я забыл. В общем, а, про то, что приходить через неделю и будет... Посмотрим работки ваши. Вот все, что я хотел сказать. Я, по-моему, сказал это три раза. Мне кажется, достаточно трех раз. Я думаю, все все поняли. Так что все. Рад был вас видеть. Не знаю, приятно посидели. Я прям рад, что удалось пособирать всяких всякой инфички. И в следующий раз, я думаю, если время останется после просмотра работок мы, может, еще что-нибудь попробуем накидать уже в блендере. В Какие-нибудь первые драфтики всей этой истории. Вот, как-то так. За сим откланиваюсь и до встречи, ребзи. Может, расскажу, как продажи пойдут на следующем стриме, кстати. Посмотрим. Но это скорее ближе к концу мая, наверное, когда хоть какая-то репрезентативность появится этой истории. Еще раз продажа будет в конце мая. Кажется, мне нельзя это было рассказывать. Никому не говорить. Вот, так что все. На этом заканчиваю. Целую, обнимаю. Всем спокойной ночи. Спите, отдыхайте, набирайте сил. Завтра будет целый день. Все. Станция есть? Да, в описании. Все, убежал.